Кидай. Милая киска, хорошо. Блин, а что ты не смотришь? Я гружусь, я еще не вышел. А нам разговаривать во время трайв можно быть? Да, можно. Как вовремя вы это сказали, когда прицел выключил звук, микрофон. Может, его обрадовать? Её не будет нести всяко. Виталик, ты скоро там? Блин, Алина, что ты человеку мозги пудришь? Он же не занимается начислением и скидыванием ЕПГП. Нахуй ему этот аддон нужен? Ну, так ты свой ПР тоже вроде не посмотришь без аддона. Блин, ПР можно посмотреть, блин. Как? Открываешь заметочку и делишь левую циферку на правую циферку. Нет, верхнюю на нижнюю циферку поделить, там не будет ПР. Виталик, ну давай, смотри, где ты там. Да еще 500, потому что добавить к нижней. Да, ты что, не шаришь? Это же изи, каточка. Этот. Ты же звук выключил. Давай. Я хотел перчатку зачатить, просто не заметил, тут 28 СПД не хватает. Не, нету, давайте, все готовы, кто у нас там БДК, мутант БДК, на него напуливайте, пошлите. Мутант, сука. В лужах не стойте, там хилы слабенькие. Так, смотрим, сейчас будет вихрь, танки разбегаются, гимн на ману по команде, как Васина даст. И следующий Слава даст. Так, давайте. Давай гимн. Нет, пока не надо. Смотрим, в лужи выходим. Играйте по шипам в центре, медики, не бейте ребро, играйте по шипам, там луж будет дофига. Давай, Сакру. Да. Давай гимн, Слава. Давайте, не стойте. Играйте по шипам там. Так, Сэн, зарезай Магина. Слушай, лужи, аккуратно. Давайте поворачивай, под жопу становимся. А прямо резай Киллер Би. Давайте, аккуратно. Лужи, не стойте. Трубочки где-то. Ладно, не тать бэф, так добьем. Ну, шипы разбить. Все добивайте. Беги, малышка, беги! Надо кому-то... Блядь, да что там удает? Надо кому-то грудь милишная. Это за 10%. Бесплатно. Кольцо с ловкостью. Надо кому-то на мейнспек? No. No, в ролите. А ты на мейн? Да, я на мейн. Шип надо кому-то бесплатно отдам, так побегайте. Покажите ДПС. А че ты можешь кидать меня, я пропустил. Вера Кирин, что, голды запустил, чтоб ты не кидал, потом в луже стоит? Да.
Ты посмотри, ты в него нахер танка, блядь. Архирим. Вот ты ему, ты на стоял, там стал. Рау. Покажите ДПС серебра. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью. Перехерим и не знаешь, ему похуй на тактику, он стоит и бьет. Ну, он точно тебе не платит. Он мне это не платил. Блин, а чем мы без Африка? Я думал, в идеале ты Африка четим. Демоном пойдешь. Так был же демон. Так, ну, ладно, я спекнулся. У нас же 3 лока было, еще уже 2. Да. Че, мы 2-4 или? Да, там пока так. У нас просто в РК 26, как бы. Никого нет. Ну, кто там в РК хочет, хил или ДД, что пожелательно. Виталий! Все молчат. Я нужен? Виталий, давай у тебя 2 СПД класски за 1 ДС. Этот, просто ТК ДД нужен? Не, не надо. Спасибо. А коту, какое кольцо второе идет? С этого? Лёшки? Второе. Я первое зарезала, второе. Вот только что упало кольцо. Нет, поначалу тебе надо будет свалить с РПБ. Зарепу и свали, потом ты, может быть, поменяешь. Свали оставишь, оденешь СРС-ки. А, типа пепель, кольцо СРС-ки меняется на кольцо, которое за репу, пепель, да? Да. Там по статам меняется. Всё, я шарю. Чё, ещё, поняла. Алина, ты за волей, да? Нет, там Бог убивается. Серьезно? Она за репой. За репой. Я за выпил. Даже конь свеча есть. Да не, я сейчас на сурке дам десятку. Но если трэш не буду бить. Так что, остался у кого ДПС серебра? Остался, я убьёбичный ДПС. Ну скинь, господи, я ж просил 2 или 3 раза. Я вообще подвис нахуй, думал, будет кабича этого рейса у нахуй. И там танки пиздато разбежались, прям хочется им аплодировать стоя. Всю комнату нахуй залили. Это вы запись включаете, да? Андрей сказал выключить микрофон. Не знаю, 10 я... Вара, так, давайте. 2 БДК слева, протопал справа, первый на полномутанта, второй на рискат, пойдет. Друидов много, друиды там сами контролят, и присты эфиры даем по трэш. Ну, когда будут контролить, там капли сливаем. Все дела. Кто-то присты не бафайте, у вас это, дурак. Все сливаем. Значит, все знают, буду говорить там по трэшу, играем по трэшу, давайте чек на пул. Все сдать кому? Не знаю, Сирсей, да, и она может там сдохнет от трэша. Дайте им опять по магам. Так, Чилтон, ты тут готов? Так, давайте, все готовы, начинаем. Капельки сливайте с пула. Давайте, вышел трэш, играем по трэшу все. Прими это благословение и покажи чужакам мощь. Давайте, справа, слева бейте там. Могущественного Мирики бейте. Так, смотрим, сейчас контроли будут, готовьтесь. Давайте, эфиры. Колесову законтрольте. Диспальте, леди, диспальте. Вот это все такое. Давайте в трэш сыграем. Надо будет еще раз топать, так что стопаем.
Давайте, все в трэш. Давайте, больше по трэшу, что он взрывается. С левой стороны бьем. Контрольте мараком. Игроков, киллер бей, законтрольте. Да, сак. Милики, сливайте фанатика. Ладно, давайте того следующим заходом сольем. Играйте пока леди. Все, стоп, играем по трэшу. Давайте последний трэш, все переключитесь. Давайте прям все. Смотрим, сейчас контроль будет, готовьтесь. Так, контрольте. Агнету законтрольте, его Диалина законтрольте. Давайте сливайте. Давайте фанатика слили на на кого-то, на мутанта первый на пул. Играем. Давайте в трэш выше, давайте все по трэшу, пока набираю игру. Смотрим духи, духи в центре. Пить на ману кинь. Давай, пой. Можете этот темп поставить. Ты не в силу. Контрольте, клюну за контрольте. Духи в центр пошли. Капли откатились, сливайте капли по новой. Че, забираю вон босса, нет? Бонд, пиши там что. Так, играем по трэшу. Следующий там на пул на кого-то делайте. На рискаторе, кто там танчит. Другие. Играйте по трэшу все. Сэм зарез и Рахирима. Духи, два духа возле леди, аккуратно. Ты не в силу. Контрольте крыло за контроль, контроль, Ваня. Блока за контрольте. Блока за контрольте обоих. Так, давайте нормально бьем. Посередите игру. Аккуратно. Смотрите за гром там. Вышел, давайте играем по трэшу, дайте рост. Духи в Мелизаре, аккуратно. Давайте бьем трэш, потом будем блядь, бить и добивать. Духи возле леди пошли в Мелизону аккуратно. Так, Сэн, Соло, дай им на ману, законтрольте. Духи возле леди аккуратно в Мельком пошли. Ваня, напиши сколько стак. Вижу. Играйте, леди, добивайте. Духи возле леди, только не хлопните. Сейчас заберу. Да, Альфари, играй, блядь, в леди. Ресните Рахирима, вот так кому-то на ПВП бесплатно. Да блять, чё за мута? А, это не. На ПВП бесплатно. Мне на мейнспект бы вошли. Ну, бери. Читай на ПВП. А, я перепутал. А плечи там не упали? Плечи, да, упали. Надо кому-то плечи? Не-не-не, эти тканевые на ПВП там прикольные. Давай, не эти, да. Чё, бесплатно надо? Надо кому-то? У кого там инчат есть? Кому кидать? Давай, давай, мне кидай. На хапала бесплатно руки отдам, будете, чтоб собирали. Надо кому-то, Владимир? Не помню, может есть. Только чтоб хилили, главное. Сколько варов в рейде? О, нифига, аж 3 штуки. Как там странно, обычно Рахирим никогда не стакает броню.
Смиритель Небес уже... Ты зря, кстати, смотри. Боя на руку! Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поднимете, то вы не сможете его нагнать. Брики, постакайте раскол брони на это, на орке. Все втроем. Простите, чё ты нахуй? Как я могу ж, храбрые войны. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саутфан будет рад видеть вас на борту молота. Да, у нас истерия работает на пушке ведь, да? Да. Блядь, сова, ну, откуда ты такой хуйню занимаешься? Олег, хорош. Не пизди, это не. Виталик, хорош. Парик, тебе. Дайте пушку, пожалуйста, сяду. Поставьте джекпанты. Блять. Ой, что-то у меня все пропало. Какой музыкой. Чуть не блевнул с музыки, Андрюха. Рубишь ансамчик, пожалуйста. Уже почти видно! И дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Ты самая первая торка пушки истерию покидаю. Сейчас рискат танчит на тот корабль, полетит хилы, смотрите. Кулак, дайте пушка. Что это там вдалеке? Тут мутант в ДД и на орке тоже он в ДД. Я потанчу. После орка поменяемся. Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саутфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! А что там мы в одну пушку серите? У меня вообще никого на корабле нету. Что такое? Сержанты! Ой! Макс. Давайте на нашем корабле трэш сливайте. Да, они там писали, это, про рейд спрашивали, есть места, нет? Да, есть там, все зайдет. Давайте, вышел, че не вышел. А, вот вышел, полетели. Давайте последний мах этим добиваем. Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Оружейники, огонь! Давайте там двойку жмите, чтоб мага не было. Зацепи, ярости, разряжай, ой. А ты где там? Тебя не вижу, что-то.
Блядь, а чё у меня... А, вот, добили. Бля, рюкзак попал. Подождите, не лутайте сундук. Махи, надо что-то? Не-не, лутайте. С нами? Я с меткой стеномой надо кому-то? Ну. А носовую ее можно надеть или нет? Да. Хрен его знает. Оф, тогда чилтону. Кольцо сарп с этим, с мастерством. На успех. Монетка бесплатно. На удачу все. Кому стерею покидать? На рискату напиши, да. Че вы не запустили? Мутанту кидай. Или лучше ханту. Крахериму кидаю, он же там топ ДПС. На шкаф. Ваня, реловность быстро, выпускай. Давай. Не, ханту кидайте. Там Рахирим и мутант письками меряться будут. Дайте баф, пошман. Идет. Все, давайте, все тут там бафайтесь. Дайте пока мас бафы. Запущу сурка. Что там сейчас? Дайте баф. Таргет у сурка багается, не багается? Типа, когда танки меняются. Или нормально сейчас? Не знаю. Там, короче, если будет все плохо с трэшем, то это будет ДП тем, кто не бил. Если мы падаем. Дайте баф по чилтону. Тут тебе не хватает, пиши. Дайте каску по магам. Крест магам. Каску по локам обновите. 4 минуты осталось. И рыбку поставьте, если есть. Сейчас поставлю. В центре. Ух, кушайте. Кранош, на Орочим это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала... Ну, дайте между собой ренжешу. А, я так быстро копилась. Милая киска, давай ады, короче, по правую сторону моей. Там отпуливайте на рискаца. Рискат сейчас танчит. Так, иди сюда, чё там встал. Куда не упасть? И ты вот здесь стоит далеко. Ты прямо встань. Скажите там за 2 секунды до начала. Давай. Начало. Во имя короля меча. Три секунды трэш, готовьтесь, трэш все играйте. Еще один трэш, готовьтесь. Ну, слейте звезду, что она бегает.
Давайте посадим, так что надо съесть его. И давайте по трэшу. Давайте уходим. Нет. Я даже сделал прожал в блоке. Какой интербанк выпал. Звездопад по трэшу промазал, Петрик. Бывает. Шутер. Чё ты Виталик промазал? Ну, звездопад отдал раньше, чем трэш. Закончился звездопад и вышел трэш, прикинь. Фиаско, блядь. Фиаско, братан. Даже в проки 3 не попал, понимаешь? Роди, пачек надо кому-то на мейн? Сука, на льду хороший. Видали 11к до Вакота. Нормально? Как вы? На уровне. Да, технокод 5.5. Да, там ничего не изменится. Так, защитник надо кому-то? Не отрекайтесь от нее. Приканите ДПС. Аня, я отойду на 2 минуты. Если бы ты не страдала херней вот это в РПБ, тебе до капа там ловкость надо забирать. Ну так кому-то завать, я обычный там просадите. Да, это значит нельзя раскидать. Да, да. А, ну ладно, хуй с ним, пускай. Ваня, можешь обычные покидать, если будут? Угу. На кота. Спасибочки. Так, видите, там портал открывайте, там на центре валькир встречаемся, сливайте. Ну, не на центре портала, видите. О, квестик. Куда идем? На лед пойдем, может там талик кому-то надо. Окей. Кому-то? Тебе? Не, у меня лук. Только плащ надо. У тебя же этот объект стоит, они вроде как похожи. А чего сюда? Да не, у меня талик и объект есть. Давайте валькиру сливаем, их точно. Печеньку поставил. Пока таник не делал, давайте. Давайте быстрее вторая летит. Сейчас сливайте массами. Как на репетиции, смотри. Вторую сливайте, там два репетанки. Играйте точно. Коля, какой у тебя второй скил? Ветри. Всё, я отошла на 2 минуты. Не, на лёд. На лёд, пошлите на валькиру. Кажется, у нас один долбоёб только есть, да? В смысле... слепой. Чё, тебе бай, токи выпили посередине. Догнали, да? Да, да. Сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкенштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. О, боя нет, там можете лезть. Тех, я подождите, не имею, ставлю. РДД звездочку, мелики печеньку. Давайте убивайте потом печеньку, сыграйте точно.
спать так же само. Звездочку играйте сразу. Черт, звездочку, дай мелики печенька. Давайте, там хильки побежали. Хильки, кто умрет сейчас. Милики не подходим, РД массами сливаем. Никогда не мог дотянуться до верхней полки. Что-то заберите. На пульте на танков. Странно, Сурха убили, Рахирим еще не ливнул. Ну, он на ФКшек где-то. Так что... Нет, что-то он, смотри, видишь, бежал, остановился. Начал лагать. Хотел что-то печатать. Не, лагать начал. Давайте, бурсты навальте, со мной там не понадобится. Могу холипалом зайти. Я хилю. Может быть, ты прав, Крок. Мне кажется, или он просто без повода откидывает все подряд, да? Чего? Что я наделал? Не дайте Финкельштейну. Я тут мультики просто на втором плане не слышу. Я не тебе. Тут хила может спекаться. Ну ладно. Так, Крона спекайся, Альфари спекайся, Дедмайн спекайся. Куда мне спекаться? Медведь? Чё-то медведь, да? Да. Плохо. Паладин и Холик есть у кого-то там? Алима, тут кольцо ты ролишь. На Синдре шею ты ролишь. Хорошо. Да, типа хилят. Да не ладно, ладно, давайте говорит, хилят. Так. Соло и Войд Хилл, Косина, сейчас Дедмайн, что там, Хольприст или ДЦ у тебя? Нет, ДЦ. Короче, пусть 2 ДЦ, Рейд хилят, остальные все Вальку хильки. Поставил звездочку. Ты мне спекался? Не, не надо. Да, 2 ДЦ на Рейде будут, остальные все на Вальке. Давайте бафы, дайте столик маги. Рыновала нет в рейде. Так, ладно, давайте чек на пул, вроде все готовы.
один читу, это второй ходками хилят чатими. Что там, быстрое исцеление, исповеди, такое все. Давайте, если готовы, можете начинать. Давайте толст по толстого уе. Косты можно сбивать по бокам. Слав, что ты тут взлетаешь в порталах? Дайте усиление по вальке. Смотрим, давление сейчас будет. Вышло давление. Слав, ты тут с нами? Залазь в портал, тоже летай. Да чё они? Уже были. Так ещё двое будут. И трое даже. Да, я как-то не настроен. Уходишь? Чё? Чё, уходишь? Ты чё, пианин? Я там, короче, летаю в портал, и на бочке притаскиваю единичку. Тать-то в порталах по интенсивнее, то чувствую, будет долгим. Только еще 15% от хилили. Слава, не открыл. Ситуация. Смотрим подавление, сейчас играть в подавление сенза хота и жизнецвет, чтобы он разрядился. Прям 3 стака на стак, но жди пока пробки. Там он по полмиллиона будет хилить. Ну по полмиллиона не будет. Ну. Под стаками на конце то будет. А, сука. Вот ты такой ёбок, отвечаю. Вот чё ты залетел? Вот заебал просто. Я из-за тебя стаки проебал. Настроился, блин. Вот ты вообще настраиваешься. Вам не заебало за всякую хуйню? Человека просто так поносит. Даже не в шутку. Что там, после следующих рост задейте, давайте заходите еще. Я ничего плохого не сказал. Таня думает, если воет, прям его можно унижать. Кто? Кать, с тебя ж пример берут. Вы вспомните эту запись, Ваню киллу. Как у него портал забрали. Там выйдите, давайте, рост. Я тут шутку. Он-то знает, что я про него так не думаю. Не, ну он-то знает, остальные не знают, что это шутка. А я гем. Да, давай. Не, то что Виталик, это, ну ладно. Не, просто то, что там сейчас Дэйма сказал. Это как-то жестко было. Так я жесткий.
Как колбаса копченая, да? Да, да. И толст. Даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Дресните там Багирфа. Надо кому-то грудь на мага, на мейнспек. На оспек. Вот сюда бы злого. Сранить на мейн можно? Так, бесплатно отдам, надо кому-то. Рога надо? Давай я распылю. Не, не, надо на починку. Давай мне. Пробуй, да, вообще. Бесплатно тоже отдам на друида, надо кому-то? А, не, не бесплатно, тогда за 10. Так, Сенза, ты на хила ролишь, тебе надо, а не? Сэнзу. Откуда это Сэнзу? Это я слышу. Давай уже оскол. Ты ему осколки просто так даешь? Ценим по списку. Ну, может, с голду там? Ценим, не против, но увы. У меня красивая кошка. Там поставил фрилу, пойду пофакашу недолго. Опять ДК без притяжек. Кидать будет? Подожди, не агри, давай.
Подождем звездопад 32 секунды. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Ну что, воркаемся? Молчат. Сначала нужно выбрать цель. Там, поставь мамонта. Ну ты бегаешь, блядь. Мне нужна цель.
Спасибо. Мы Ваню ждать будем или хуй с ним? Так, давайте я тут, что там, давайте бахнем, все тут. Не, подождите, не все тут. Тыкните на шкафчик. Сначала нужно выбрать. Тыкните. Еще раз. Там одевайте флешмот, не забывайте. Пятая пати, все хилы, альфарей, будь хилет уже. Там остальные, кто спекался, спекайтесь обратно. То есть тут можете фулбафы дать. Да, альфарей в хиле на одного босса. Так, дайте инер звездочки, друиды. И давайте чек на пул. Лена, Траго, чё вы там? Нихера себе у него ИП. Готов. Так, Лена готов, Траго готов, Альфри готов. Дайте инер звездочки, еще не жлобьте, Сарина, дай ему инер. Ну, друиды, у вас 5 штук. Сколько? 4 штуки. Все, дали, пошлите вниз. Давай, давай. Флешмот одели, не забыли. Ничего не стакаем, метки под босса будем все нести, мы уже ачивку сделаем. Но это вряд ли. Два хила освобожёнка, нормально играйте. У кого там освобожёнка, не стакайте ничего. Там кто дохнет на притяжке или на глыбах, мы падаем, то это АГП. Давайте, 2 секунды притяжка, готовьтесь. Беги, малыш! Бежим. Задотать сейчас дотка будет. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь здесь ваша... Так, давайте. Фридом ВБДК. Рейд наверх, метки вниз. Так, рескады, глыби поймаешь. Протопал. А, не, все нормально, нормально, ВДК поймает. Не там тачит. Да, я понял. Так, давайте. Звездочку не бьем. Там что-то кто-то квест делает или что? Звездочку не бейте, с правой стороны падает. Звездочку не бейте. Близко падает между склепами. Все, стоп, склепы. Склепы, стоп. Не бейте. По центру падает последняя. Разбивайте. Что-то вы сильно быстро разбиваете. Не надо так делать. Матик напишешь? Типа не надо так. Ну сложно, наверное, понял. Хорош, я тебя верил. Давайте, притяжка, 2 секунды, готовьтесь. Беги, малышка, беги! Два хила нормально. Давайте задут, они сейчас лядка будет. Идем наверх, метки вниз. Так, я в метке, сами смотрите, сами бейте склепы. Давай, Виталик. Между склепами. Право, там близок. Хорош, по центру.
Не танк, так. А танк. Протопал поймаешь. Протопал не поймаешь. Не бейте центральный, бейте крайний, правый, там приоритет далеко в центр. Алин, резай мутанта. Встань, чтобы потом, когда выйдут все чети метки, все упадут. Слева далеко. Блять, ну вашу... Конь. Прямо резай соло, клёна резай сенза. Кто там еще последний, резайте меня. Куда еще там? Нет, там кто-то еще один, резайте их. Четвертый дрон. Сенза, подними один. Бейте, у вас там были вместе. Давайте под босса несем. Кто там? Агнете под босса, ушли милики. Разбивайте сразу. Так, 4-3 хила сопряженка, аккуратно. Следующий под босса. Так, баф по мутанту дали. Давайте чизуем под босса, ушли милики. Притяжка, это скрип не бьем. Кстати, стоим, ждем. Не хлопайте там, блядь, не хлопайте. Разбивайте следующие в сторону и давайте рост. Давайте, в сторону ушли. Кто там анорексия? Милик, иди ковыряйте склеп. Дайте рост. Кокосина, ладно. Так. Кокосина, давай гимн на хп. Следующий под босса. Рискат под босса, ушли милики. Давайте, сразу разбивайте. А на батл рэп. Кинул густаки. Следующий тоже под босса. Будет притяжка. Сенза под босса. Так, когда разбиваете, сразу притяжки не будет. Бейте, склеп, бейте. Следующий под босса будет притяжка. Давайте под босса. Багиль под босса, ушли милики. Там танк убил, если че. Ну, реса нету. Давайте, ждем притяжка, разбивайте после притяжки. И добивайте Синдуру. Давайте, стойте, ничего там не стойте, не стакайте пока. Давайте, следующий в сторону, хильте рискаты. В сторону. Слава, нет, дедмайнд, даже именно хп, когда скажу. Бейте Синдуру. Там стакайте уже, стаки, не стаки, все равно. Бейте. Следующий тоже в сторону. Третий мутант. Давай, в сторону. Так, дедмайн, давай гимн на хп. Давайте в сторону добивайте, Синдру там уже осталось. Там со стаками в рейде только не фокните, не убейте рейд. Все, убили. В сторону, там, одел фейс. Рисайте павших. О, колечко. А сейчас чунка, да? Да, давайте квест сделаем. Память тролльте на мейнспек. Сначала нужно выбрать цель. Так, защитник. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. Че, все налечай там? Сначала нужно выбрать цель. У меня нет... Да, иди, присуманишь нас. Мне нужна цель. Чешо? Сначала нужно выбрать цель. Че, Слава, нормально нахилил, сейчас смотрю. Не сглазь.